Ну нафиг. Ты видел? Это видел, видел? Да, и они прям в одну секунду пропали. А, ну нафиг. Ладно, блин, именно Голден и Спарк вместе пропали. Что это могло значить? Блин, я не могу узнать, где они находятся. Ладно. Так куда пойдем? Может, глянем Панктал? Ой, да. Золотой из кулиси ваш. Кое-что хочу показать. Чё? Красные лапки. Это нехорошо. Это не лапки. Что это? Догадайся. Это кровь. Да. Так. Так. Я возьму свой тесак. У меня вот. Я взял. Так. Это тебе показать кое-что? Да? Но только золотые аниматроники могут знать. Только давай быстренько. Знаешь, что это? И что это? Это портал. Золотой мир. Ну, капец, все логично. Конечно, это портал. Но... ему, я думаю, Голден мог туда телепортироваться, как всегда. Но чтобы его спасти, надо нам с тобой открыть этот портал. Но я свой чип потерял золотого. Ладно. Ну, тогда это... потом. Давай. Стой. Не. Это, стой там. Ну, хочешь, покажу кое-что? Ё-моё, не бойся, это я. Идём. Получается, твой бандратец мне способность свою пинг дал мне. Пошли. Пошли тогда в мастерскую? Да. Он может такой... Стоп! Чего? А почему? Стоп! 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 Мне кажется, или тут головы не так стоят, как нужно? На Бонни? Чё? Ты где? Не... понял, что... Ну, нафиг. Надо будет... Стоп. Мне кажется, надо сюда. Погоди. Это как? О, что? Стоп, а чё? Это... Чё, А где их костюмы? Тут... Почему тут одни головы? Не знаю. Стоп! А где... Стоп! Помнишь, тут стол был? Да. Тихо, тихо. Ты здесь еще не... Что? Так, я вот... Не пойди. Блин. Что произошло? Она, если бы ты ее тронул бы, а она донрвала тебя. Смотри, что я... Чё? Ты как, алло, брат, ты как выжил? Блин. И стоп, я какие-то звуки слышу, но почему-то за той стеной. Дай-ка.
Иди сюда. А, чё? Какой-то секретная комната. О, кетчуп. А? Это не... Чё там? Проверяй-ка ты ящики все. Я нашел 3 книжки. На тебе вот одну. Я тебе что-то часть 5 дал. Так, у меня есть паспорт Golden Foxy и старый паспорт на имя Black Fox. Что? Black Fox. А? У меня ножик. Я вас сейчас разрежу. Ау. Чё, кто? Стой. Я где-то это имя слышал. Black Fox. Громко. Погоди, давай я тебе прочитаю старый паспорт на имя Black Fox. 21 год, полмужской, вид лис, подвид магический, телосложение спортивное и стройное, вес 97 кг. Краткое описание. Хитрый, неадекватный псих, преданный друг, плохой шутник, амбиверт, энергичный, профессия следователь, сыщик на прикрытии. Дай паспорт там мне. Нет, я вот... знаю. Я уже понял, кто такой Black Fox. Сейчас, погоди. Имя паспорт аниматроника на имя Golden Fox. В возрасте 19 лет. Полумужской, вид лис, подвид нету, телосложения нету, вес примерно 83 килограмма. Краткое описание нету, профессия работа в мастерской. Я понял. О, смотри, можно тут какое-то зелье сделать. Смотри, часть пятая. Позже, после моего успеха, я создал комнату, в которой и изобретал экспериментировал над разными типами аниматроников. Я знал, что начальство это не одобрит, но... Я верну в свои успехи. Как без спрятаться? Все, меня нету. Ну нафиг, ну нафиг. Тебе тоже показался Black Foxy? Да, это тот черный Фокси. Это Black Foxy был. Ну, Black Foxy. Первый это черный Фокси. Это да. Знаешь, что я думаю? Он, походу, кого-то из нас хочет избавиться или поймать. Но надо найти наших подобных друзей. Я не хочу. Стоп! Не я звуки слышу с той комнаты. Стой. Не... Нет, я не дам вам убить Фредди. Мы сейчас... Ау! Меня Мишка бьет! Ты, походу, его задел. Нет. Мишка, не бей меня. Мне помощь нужна, у меня какой-то скелет. Зачем? Давай. Он меня ударить пытается. О, я яблоко выкинул. Пошел. Нет, мой ножик. А, вон. Вот здесь вот еще. Ой, так. Стой. Погоди, стой! Стой! Ага. Чё это? Ага. Ага. Стой. Ага. Стой. А дай, это для детей опасно. Ой, и вот это. Он...
Погоди, Сай. Эксперимент номер один. Настал тот самый день, когда я должен был начать свой первый эксперимент, который подразумевал возможность аниматроника размножаться, как и у людей. Эксперимент номер три. Я создал аниматроник, который по показателям должен был выдержать любую минусовую температуру. Эксперимент показался мне вполне успешным. Я был рад. Что? Ты тоже слышал, как будто дверь открывал? Да. Стоп, знаешь, что это? Это и с помощью него... А? Чё? Что? Чё? Где? Как? А можешь ко мне телепортироваться? А, блин. Меня куда-то не тпхнуло. Привет, Ван. Может, это смотри, намек, чтобы мы тут не стояли? А то нам Может быть. Смотри, ну что это? С помощью него отключаешь... можно отключить любого аниматора. Но знаешь, кого нет? Блэк Фокси. Походу, он... Нет, ладно, пошли дальше. Сам иди туда, я туда не хочу ссылаться. Конечно, есть одна идея. Сейчас, отойди, отойди. Стой, не подходи. Блин. Фу. Все? Да. Ау! Ау, ау, ау! Я так могу и проплавиться. Смотри. Всё. Что там? Там эксперимент номер два. Стой. Спарки! Я думал, вы меня не найдете. Стой! Стой, Фредди, не подходи! Тут ловушка. Стой. По периметру клетки тут ловушка, не подходи. Ты можешь сломать какие-нибудь вот эти перила? Сейчас попробую. Так, вот, так вот в этом блоке, на который я сейчас указываю, тут ловушка. Надо ее кому-нибудь перепрыгнуть. Где? Что за ловушка? А чё, надеюсь, там одна ловушка? Вот. А там где одна. Где блок сломан? Вот тут. Вот тут. Вот тут и вот тут. Тут уже нету. И вот где стена, там тоже есть ловушка. Отойди. Давай. О, молодец. Молодец. Так. И я еще видел, как... И стой, не ходи вот тут. Я видел, как Дарк Фокси устанавливал тут тоже ловушку. Кстати, тут мина. Да. Я вижу. Не подходите. Я его сенкраза без вынкрежу. Будь аккуратнее, она где-то вот тут вот. Вот тут вот где-то ловушка. Что? Где? Где? Вот где вот эта вот белая дверь, вот которая вот тут вот. Прям напрямую? Ну не прям напрямую, тут, ну... Полоска, можно сказать, из этой ловушки. Она то ли где стоит Фредди, ну, на два блока к двери, либо на один блок к двери, я не помню уже точно. Надеюсь, эта ловушка не смертельная. То если смертельная, то это... Ну, я видел, как он копал яму. Стоп! Посмотрите на эту дверь! Ну нафиг, пожалуйста. Там только что был Дарк Фокс. Спарки! Как ты туда попал? Я тоже туда хочу. Я ж тебе говорил. Это, спуститесь вниз. А что там? Куда? А ты где? Куда вниз? А что там внизу? Сюда? А куда? Иди сюда. О? Смотрите, что тут. Ребята, где? Вот он один.
Смотри. А что? Так гадайте, что это? Может, тут проводились опыты и за ними следили? Нет, стой! А может, это просто кетчуп кто-то разлил? Нет. Это испытаемая комната была. А как нам теперь выбраться? Че? Тут как будто что-то по... А, не, показалось. Если было... То еще с кого-то... О! Как же страшно. Мне уже страшно становится. Да не только тебе. Фу. О, вроде бы на месте. Я, давайте мы сейчас разделимся. А кто-то пойдет в ту комнату, кто-то пойдет в эту комнату, где ну, ящики с документами. Где, Фредди, знаешь, да, там черная, поэтому давай. Стоп. Ты... Я. А почему я телепортировался? Что? Куда? А? Где? Куда ты? Куда ты? А я телепортировался из комнаты. Я не знаю, как я это сделал. А, не, да, нет, это не ты. Мы тоже телепортировали. А куда я... ты телепортировался? Тут через скелет. Тут скелеты. Я видел Дарк Фокси. Понятно. Это его помощники. Не, давайте не разделяться. Давайте все вместе туда. Ну, идите вы туда вдвоем. Давай. А? Тут первый. Ну-ка. Давай. В каждом месте. Погоди, ты. В каждом месте могут быть скрытые. Комнаты и двери. Ага. Что такое? А это что? Я. Вот так вот. Давай. Светящий... Чё тут? Погоди. Чё-то... Стоп. Оно чё-то светится немного. Мне кажется? Или... Я сейчас вошёл в ту комнату, я сейчас буду осматривать ящики. Знаешь, чё это? Что? Ребят, я тут сейчас лазю по коробкам, я нашёл какие-то кости, рыбу, железо. Стой. Ребята, хорошие новости, я нашел свое устройство. Ау, где, как? Что, когда? Почему? Я нашел свое устройство. Я думаю, его никогда уже не найду. Там где, Фредди? Погоди, а там, надеюсь, ты ничего не пропустил? Каждый ящик осмотрел? Нет, я не каждый ящик смотрел, я смотрел только вот эти первые. Эксперимент номер один. Я Фредди. Книгу опять нашел. А, стоп. Вот на это устройство. Погодите. Я знаю. Я уже этот. Я понял. Я помню, как на днях его создал, и оно у меня пропало в первый же день. Ты это знание? Да, я вам рассказывал. Может, это, пойдем тогда обратно и там все обсудим, поговорим, потому что тут уже ничего нет, я все осмотрел. Смотри. Смотри, что ты нашел, вот этот. Угу. Не подходите ближе. Она убивает... легко убивает аниматор Кроника. В смысле? А зачем она же создана вообще? Чтобы нас всех убить? Не, спасибо. Я на такое не подписывался. Я не для этого создан. Чтобы не, может быть, кто-то пытался нас убить. Ага, Black Fox, еще скажу. Может быть. Знаешь, если Black Fox, я вообще нафиг все пошел. Так, ребята. Да что там? Да. А вы видели сканер глаза в комнате, который стоит? Да. А, наверное, только пишет, что нужен Дарк Фокси. Ой, нам что его еще? Надо будет вырубать его так, глаз подносить. Я не знаю, может попробуем его как-нибудь призывать или что-то типа такого. Стойте. У нас оборудования специального нету. Стоп. Кто сказал о Тангру...
оторвать его глаз или... Я сказал вырубить его и это... поднести. Ну, это может сказать, что невозможно. Да, конечно, он постоянно телепортируется, исчезает, появляется. Аж неожиданно. Стоп. И потом еще его превращение, это вот тоже это невозможно. Нет, ну, то есть... К примеру, он может превратиться в Фредди, в тебя, в меня, во всех кого угодно, кто в этой пиццерии сейчас только есть. Ну это да. Не, подождите. Я сейчас приду, ожидайте меня.